очень короткая. Я, конечно, планирую прожить 99 лет, 9 месяцев. И 9 дней. 9 дней, 9 часов, 9 минут, 9 секунд. Ну и хватит. Но с учетом, в какое мы сейчас, тяжелое время живем, торговый комплекс Альма. Там и можно купить. Ну как приехали? А, ну уже разгрузка, уже легче. Время. Время 7.07, без пяти, у меня часы идут на 10 минут вперед, так, 16.56, неполных 17.15, Львовское пиво. Так вот, с учетом того, что в данный момент времени Леонардо Юнович проживает в самой лучшей стране мира, Украина, а у нас продолжается спецоперация, мы не знаем, что нас ждет в будущем. Ну, мы догадываемся, что нас ждет Нобелевская премия. Я родился 10 декабря. Кстати, будет дополнительный материал об этом. Но в целом, уважаемые видео-аудио-телезрители, я хочу вам пожелать фортуны и удачи. Ибо есть такая пословица: как постелишь, так и будешь спать. Барон Мюнхгаузен до 10 утра совершал подвиг. Если вы с утра заблаговременно с кем-то поздороваетесь, улыбнетесь, у вас и день благополучно пойдет. А если вы будете полдня ходить хмурым, то поверьте мне, у вас и обеда не будет. Ну где-то так. У меня вообще идея повесить на голову веб-камеру и вести непрерывное онлайн-вещание. Типа теле это самое. Просто нужно решить, чтобы в облако оно сохранялось, потому что телефон у меня довольно слабенький, Sony Xperia. Кстати, по-моему, с литерой агрессивной. Не, X Xperia, я думал Z Xperia. Буква же Z на Украине уже запрещена. Она как бы носит террористические агрессивный характер, как, ну, да. как это вся так называемая спецоперация. Ну да. Кстати, по левую сторону возле нас находится бывший точприбор. Почему бывший? Потому что от него уже ничего не осталось. А когда-то давно здесь была табачная фабрика, еще при чехах. Потом ее перевели в город Львов. А недавно там был пожар. И архив со всеми документами сгорел. Где? На точприборе был пожар. В этом? Да. Был архив еще? Да, там какая-то вот левая сторона, левое крыло сгорело. В интернете есть видео, надо написать. Мукачево точприбор пожара. Можно найти. Сейчас можно найти любую информацию и потерять тоже. Типа ключи, телефон любовницы. Кстати, один мой таксист, очень хороший, Дюсе Бачем, мы еще с ним познакомимся. Я говорю: Дюсе, а что самое смешное вы находили у себя в машине? Так, говорит, всякое было. И трусы женские. Я говорю: ну и как ты оправдался? Ты сказал жене, что машину другу давал. Типа отмазался. Мы перестраиваемся направо. Раньше эта улица называлась Писарева. Теперь она называется Токаря. Токарь — это была у нас легендарная личность. Его заслугами был сделан гид. Гид и друзья. Гид и другие. Кто такой Токарь? Геша у него было дополнительное имя. Вы можете найти в интернете. Конкретно в Википедии, к примеру. Ну ладно, вам хорошо, а нам еще надо работать до утра. Доброй ночи, доброго вечера.